тут с Арсением вдвоем покажу вам простой, как бы, домик в деревне. Хорошенькая! Здравствуйте, дорогие любители нашего канала! У нас сейчас будет, как вам сказать, деревенский влог. Едем в деревню, а что, 4? Нет, на 5 дней. Сейчас вот суббота, в среду только вернемся. Там надо будет поработать, ну и кое-что еще поснимаю, надеюсь, погуляем. Там много интересного, что можно посмотреть. Я вам уже говорила, но Варош — это вообще там маленький курортный город. Много событий, мы еще в Прибой даже будем съездить. В эту деревню. Так, погода хорошая, сегодня солнечное, время где-то 10 утра. Сегодня солнечно. Так что, надеюсь, дождя ничего не будет, потому что в деревне надо много чего поделать. Ну, кто-то будет делать, кто-то будет отдыхать. Это ж понятно, это ж как всегда. Так, сейчас мы тут по городу по нашему опять едем. Покажу вам. Красота-то какая! Лепота! We'll be right back.
И пока никого нет, мы тут с Арсением вдвоем. Покажу вам простой, как бы, домик в деревне. Не у всех, но в основе своей вот такие вот шпоры, это плиты на дереве. Ну, кстати, в каком-то смысле даже выгодно, учитывая, что здесь есть деревья, это новая модель. То есть пошел, нарубил, и пожалуйста, и платить не надо. Но есть и электрическое, и у моей свекрови даже есть плин. Вот так вот делается постепенно ремонт. Пластиковые окна вот поставили. Это мы в зале. Вон Арсений играет. Это зала. То есть зала, она совмещена. Зал совмещен с кухней. Там вот дверь тоже новая. И здесь одна комната и ванна, туалет. Это второй этаж. Есть еще и первый этаж. Вот так вот. Покажу вам. И вот сразу, видите, на угодье. Вышел так, позавтракал, посмотрел, что у тебя творится в твоих полях, лесах. Наши вот все ушли работать, а мы проснулись, малыш спал. Сейчас найти их не можем. Целый час гуляли по полям, по лесам, не можем найти, куда они спрятались. Так, вот такую вот небольшую зарисовочку я вам сделала, показала ужицу. По тем районам, кстати, мы не ездили, муж там что-то объезжал. У нас там дорогу делают, уже месяца два делают, надеюсь, доделают. Такой асфальт хороший, потому что там улица мне нравится. Ходить там, но там реально асфальт был жесть. И поэтому перекрыто, все, надо объезжать. Плюс нам там надо было по делам выжиться еще. И вот поэтому я вам немножко показала. Мы там проехали по районам, по которым раньше не ездили, когда ехали. И вот вам показала, ну, не стала полностью весь дом обходить, показать. Но суть в том, что вот мы сейчас на втором этаже находимся. Не как у нас, да, чтобы подняться на второй этаж, надо по лесенке. А здесь, чтобы спуститься на первый этаж, надо спуститься. То есть вы приходите в дом, сразу попадаете на второй этаж. А если хотите на первый, там надо по тропиночке спуститься. То есть вход разный на первый и на второй. И оба входа с улицы. Но это вот сербский такой вариант. И мы, например, снимаем дом, у нас тоже... Мы с улицы заходим в свою часть дома на первый этаж. И хозяева живут на втором этаже, они тоже заходят с улицы. То есть это вот в России, да, лестницы у нас делают в доме, чтобы как бы тепло было. Тем более у нас, например, в Барнауле, в Сибири, там вообще, извините, при минус 40 ты не будешь бегать на улицу, чтобы добежать до второго этажа. Но это правильно. А здесь как бы все равно тепло и зимой, господи, можно куртку накинуть и сбегать. То есть нет таких прям сильных морозов. Вот так вот. Так, ну это первый день, как мы приехали. Будет такой небольшой, будет деревенский влог. Постараюсь вам показывать, что будет интересно. Ну сейчас два дня не очень интересно. Будут люди вкалывать, я помогать. А потом все-таки мы хотим и в город съездить. Там что-нибудь вам поснимаю. Я вам говорила, и в Прибой, скорее всего, съездим. Так что видео будет. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ребята, я вас всегда прошу об этом. Это ничего сложного, но это продвигает мой канал. Просто посмотрели, нажали подписаться. Может, вам что-нибудь еще интересного
понравится. Нажали на колокольчик. Видео вышло, может, вам оно заинтересует, вы посмотрите. Все, и написали какой-нибудь комментарий. Да, просто плюсик-минусик поставили, и все. YouTube уже будет думать, что вы комментарий написали. Все, я вас всех люблю. Большой солнечный привет из Западной Сербии.